Видео представлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Сейчас мы с вами решим задание под номером 524. Выполните действие. Задание А. 37 грамм плюс 4 грамма. И то граммы, одни единицы измерения. Значит, просто мы плюсуем числа. 37 плюс 4. Получается 41 тот же грамм. Дальше задание Б. 9 килограмм 326 граммов плюс 2 килограмма 457 грамм. Итак, здесь уже мы будем с вами суммировать килограммы отдельно, граммы отдельно. Итак, 9 килограмм плюс 2 килограмма, получается 11 килограмм. 326 граммов плюс 457 граммов. Давайте это в столбик запишем, чтобы не ошибиться. Итак, 6 плюс 7 – 13, 3 пишем, 1 запомнили. 2 плюс 5 – 7 и плюс 1 – 8, 4 плюс 3 – 7. Получается 783 грамма. Ответ – 11 килограмм, 783 грамма. Следующее задание В. Записываем. 23 килограмма отнять 2 килограмма, 754 грамма. Итак, килограмма от килограмма мы то можем отнять, но 23 килограмма не написано ничего про граммы, и нужно от него отнять 754. Поэтому я предлагаю 23 расписать как 22 килограмма и 1 килограмм представить как 1000 грамм. 1000 грамм. Итак, 22 килограмма, 1000 грамм. То есть это те же 23 килограмма. И отнимаем 2 килограмма, 754 грамма. Итак, 22 килограмма минус 2 килограмма. Это будет 20 килограмм. Да? Килограммы отнимаем, килограммы. Теперь граммы будем отнимать и граммы. 1000 мы отнимаем 754. От 0 4 мы не можем отнять. Мы идем... Берем десяточек. Итак, от 10 отнять 4, это будет 6. Здесь у нас уже 9. От 9 отнять 5, это 4. От 9 отнять 7, это 2. Ну и здесь уже ничего не остается. Получается 246 грамм. 20 килограмм, 246 грамм. Следующее задание. Г. 43 килограмма 271 грамм, отнять 5 килограмм 39 граммов. 43, отнимаем снова от килограмм, килограмм, 43 минус 5, получается 38, записываем килограмм. И теперь от грамм отнимаем граммы, 271 отнять 39. От 1 мы не можем 9 отнять. Берем десяточек, от 11 отнять 9, это 2. Здесь уже один десяточек мы взяли, значит 6 осталось. От 6 отнять 3, это 3. И здесь 2 так и остается, 232 грамма. Вот и все, на этом задании мы с вами решили. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на наш канал. Если остались еще какие-то вопросы, задавайте их в комментарии к этому видео. И не забывайте заходить в наши группы в социальных сетях. Спасибо за внимание, до встречи в следующем видео.